Hello guys, this is me, Noyan here. We were back with another video. I'm from Pakistan. So guys, we were back with another Russian videos. This time the topic is very something new. We are going to react on our Russian shops and comment of foreign. The video length is 4 minutes 53 seconds and channel name is a Russian. I will share a link. You guys can also subscribe them and support the original content creator. So guys, without any further ado, let's see the video. I have so much interest to know about the Russian superstores, Russian stores, Russian malls. So without any further ado, let's see the video and then we are going to review. 1, 2, 3. Okay, it is very tough to read the paid promotion or some. Wow, what is this? Oh, so this is a barcode scanner or a price checker machine. Okay, this looks big. As all big superstores. It is very hard to tough and it is very hard for me to search the items and the grocery in Russian stores because I am from Pakistan, so how can I just know what is the thing best cafe? So я очень рад увидеть этот потрясающий магазин. Когда я в 1989 году был последний раз в России, о таких магазинах там и мечтать не могли. За эти короткие 30 лет они прошли очень долгий путь. The vegetables. Россияне определенно любят свои конфеты, десерты, сладкий хлеб и тому подобное. Я знаю это, потому что когда я жила в Иллинойсе, там была большая русская община. И я заходила в их магазин и видела все эти сорта сладостей, которые у них были. Cookies. От чайного отдела можно просто с ума сойти. В США большинство людей не пьют чай, поэтому ассортимент нашего чая крайне беден по сравнению с российским. Это было действительно интересно. Я люблю смотреть, что есть в продуктовых магазинах других стран. Мне нравится тот факт, что в магазине есть сканеры для ценников. Здесь в Техасе вам должно повезти найти хотя бы один, и то он скорее всего будет нерабочий. Я всегда говорю, что Россия проделала замечательную работу и впечатляюще прошла очень-очень долгий путь к восстановлению страны за короткий период в 20-30 лет. Это подвиг, который могут совершить немногие страны, и что делает это еще более удивительным. Это то, что Россия оставалась одна и делала все самостоятельно, без какой-либо помощи другой страны. Даже перед лицом удушающих и пагубных санкций, Россия научилась полагаться на собственные силы во всех своих потребностях и продолжает прогрессировать в своем развитии. Российские люди должны гордиться собой. Они заслужили поздравления за такую самоотверженность, патриотизм и самопожертвование для возрождения собственной страны из бедственного и ужасного периода 90-х годов. России еще предстоит многое сделать для повышения уровня жизни. И чтобы догнать Запад в экономическом и технологическом плане. И я верю, что российские люди этого достигнут. Вы являетесь ярким примером в области развития и государственного строительства для многих молодых и менее развитых стран. Какой замечательный магазин. Я раньше никогда не видела семена грибов. Очень большой выбор семян цветов и овощей. Какое огромное разнообразие. Это напоминает мне, какими были многие американские торговые центры 70-х и начала 90-х годов. Большие толпы людей и множество отличных магазинов в больших красивых зданиях. Сегодня многие торговые центры в США пусты и заброшены. Есть множество видеороликов на YouTube, на которых можно увидеть пустые торговые центры. Приятно видеть, что экономика России явно процветает, глядя на эти развивающиеся российские торговые центры в реальном времени.
Я британец, и я жил в России в 2018 году. А вы пробовали эти творожные вкусняшки в шоколаде? Они просто божественные. По-моему, они называются сырок. Огромное спасибо за просмотр и за вашу поддержку. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. So there is a winter cloth here. Alright, guys, so this is the video. As we just saw, this is a very big store, as a big mall, and a very awesome superstores like. And the one thing I just saw the comment, they were just say there is no usage of a tea in US. Tea is a life in Pakistan. We are Pakistani, just take tea almost 3 times in a day. First time is the morning and the second is evening, and after that after dinner we just take tea. So we just really love the tea. It was very tough to read in Russian because I really don't know what is the price tag, what is the thing in that superstore. But there are so many varieties, there are so many categories in their superstore. The mall was so big, the bags and the clothes and shoes, so you can buy anything from that superstore. So this is a video, a very interesting and very knowledgeable video for me. So we will see you in the next video. Boom.